Так, вратада я сделал. И у нас что? О, силы небес. А, точно. И вроде как после этой уже завершительная будет миссия какая-то. Интересно уже будет за зергов. Теперь у меня все есть. Ага. Неужто? Ну? Так, ну это и есть все. Вот еще. На А. связи. Танки. Че, апгрейды мне вроде как все сделали. А, нет. Он там сказал, здесь противовоздушные, да, вот эти вот пушки, значит, здесь нужна наземная армия. Сейчас разберемся. Ну-ка, быстренько сейчас построят. Это хороший апгрейд. Конечно, на какой-то большой сложности так не поиграешь. Я не знаю, как надо играть. Все это удавалось. Наземная. Есть работенка. Всех забрали, защита хорошая, прям все супер. Остается только армия. Недостаточно Виспена. Ни хрена себе. Виспенчик-то здесь у нас. Кого подлатать? Точняк. Делается здесь, здесь, здесь и здесь. Отлично. СМ готов. Теперь надо с армией разобраться. Какая у нас армия? Ну? Морпехи. 8, да, штук. Крейсер. 2 судна. Возмездие это у нас... Вызывали? Ну, сейчас вот это все прокачается, будет супер. Происходит. Ага.
На ту базу потом полететь можно. Улучшение завершено. Только наземные цели, это плохо. Что стряслось? Кого подлатать? Есть работенка. Конечно. Выкладывай. За твой улучшение счет. Завершено. Понял. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Так, ну а на эту платформу как-то добираться же надо. На эту вроде как здесь можно будет пройти. Надо здесь просканировать будет. Вот вроде проход есть. Нужна будет воздушная армия. Значит, эти, как они называются? Миражи? Миражей построить. Улучшение завершено. Эскадрилья со мной. Так, наемники. Так, надо все-таки как-то разделить, короче. Ну. Да, командир. Крейсер. На связи. Здравствуйте, командир. Да. Где Банши? Турбина на полную. Кому навешать? Это у нас пеший отряд. Слабенький. Что за спешка? Может, бункеров здесь построить. А это у нас будет... Вызывали? Воздушная армия. Так, ну воздушную армию... Крейсеров, я думаю, добавить. Так, ну сколько их? Недостаточно Виспена. И 6 миражей. То, что Виспена мало, это печально, конечно, надо будет... Вот тут ресурс еще показывает, интересно. Первый раз заметил. Пойти выбить вот здесь локацию, поставить командник. Кстати, вот это можно будет пойти собрать. Кто у нас там смельчак? Задавим их интеллектом!
Приказ получен. Отлично. Окей. Так, ну все эти ребята будут сюда идти. Чё дальность, кстати, такая? 6. Я думаю, надо призраков поделать, чтобы они защищали эту базу, стояли. Лот вызывали? Ещё туров охота поделать. Они у меня улучшенные. Да, командир. Курс проложен. Газа, кстати, немного требует торы. Поделать их 8 штук. Ой, это не то. Это же Голиафа. Торы вообще 200 газа требуют. Ожидаю приказов. Тогда пока подождем. Призраки. 8 призраков, наверное. Недостаточно виспена. Еще чутка. Сколько они там занимают? 2. Хищник. Стервятник. Ну из всех вот тор. Ожидаю приказов. Мощная тема здесь. Месторождение минералов выработано. Призрак явился. Сразу вторую. Месторождение минералов выработано. Маскировочка бесконечно. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Как здание это разобрать, я хрен его знает. Можно его как-то разбирать? Призрак явился. Тут вообще защита чёрта. Ожидаю приказов. Никто ничего не успевает сделать. Раз тут наземная, пойдем туда, воздухом сейчас. А пока там воюем, сделаем месторождение минералов наземную армию. Как раз заберем сначала базу, а потом уже туда. Призрак явился. Можно еще построить центр один. Давай-ка построим. Что стряслось?
Да, центр секретный. Попробуем еще один построить. Чего пугаешь? Понял. За твой счет. Понял. Дальность маленькая, конечно. Она пускай эта фигня здесь стоит. Что стряслось? Что? Так, команда призраков. 3. С глаз долой. Тоже их сюда пока отправить. Есть. Да, командир. Уже в пути. Есть, сэр. Минус 4 миража.
где-то медивак был. Есть работенка. Куда я его дел? Я уже заждался. Как скажешь. Выкладывай. Есть? Вооружен и опасен. Ситуация. К трудовым подвигам готова. Не молчи. Скорую помощь вызывали? Сигнал получен. Дважды можно не повторять. Делаю, командир. Слышимость отличная. Ясно. Неужто? Курс проложен. И что теперь? Задавим их интеллектом. Ну? Не торопись. Приказы будут? Починьте салон. Летим. Подтверждаю. Что происходит? Потише. Мне не нужны напарники. Так, а как получилось? Вперед! Призраки пускай сюда идут. Давай, удиви меня! Вперед! Садись, прокачу! На выход! А! Чего пугаешь? Что стряслось? А! Чего пугаешь? Кому навешать? Жду не дождусь. Получен.
База атакована. Становится жарко. Восемь призраков — это сила все-таки. Так, виспеновую тему надо построить. Кого подлатать? Как скажешь. ЭСМ готов. Выкладывай. Что происходит? Кого подлатать? Вызывали? Ну, Миража единственное ХП мало. Он же невидимый может быть, что же я забыл-то про это? Я тут. И Баньша тоже невидимая может быть. В принципе, эта пушка, она же детектор все равно. Улучшение завершено. А! Чего пугаешь? На связи. Да, командор. Передавайте координаты. Прием. Ну? Здравствуйте, командир. Атакован.
Да, командор. Уходите оттуда как можно скорее. Курс проложен. Восемь торов, взрыв платформ. Кажется, все. Вы только посмотрите на эту тварь. Внимание! Обнаружен неустановленный тип зерга, крупнейший из всех известных экземпляров. Черт! Только этого нам не хватало. Нужно прикончить это чудовище. Ни хрена себе. А куда он летит? На главную, надеюсь, базу. Движение на эту базу идет, на самую слабо защищенную. Вперед! Понятно. Он уже тут! Бежишь-то, За дело. Зараза, и куда проще ты? Проще простого. Подтверждаю. Ладно. Валим, будет валим, сделано. Валим. Да ну нахуй. Есть, сэр. Как он их видит? Как скажешь. Выдвигаюсь. Ну его нахрен. Он уже тут. И что теперь? Вызывали? База атакована. Ладно. Уже в путь. Приказывай, командир. База атакована. Неужто? За дело! Он уже тут! Эскадрилья! Жестко. Это он крейсеров подбил у меня сколько? Два крейсера осталось.
Вперед. Будет сделано. Садись, прокачу. На выход. Приказ поняла. Выдвигаюсь. Что происходит? Что такое? Я тут. Мне бы на передовую. О, они повсюду. Где-нибудь проход есть? Отсюда, наверное, нету. Или есть? Да, да, да! Требуются дополнительные хранилища. Две сотки. Все что? И это что получается? Один крейсер он строит. Ну и ладно. Познай силу грома. У меня уже пушки чешутся. Легко! Поехали! Да, командир? Я царь-пушка! Иду как могу! Не вопрос! Месторождение минералов выработано. Положись на меня! Месторождение минералов выработано. Да, да, да! Иду как могу. Жуй, свинец!
вызывали? Иду как могу. Месторождение минералов выработано. Не вопрос. Легко. Делаю. Поехали. Месторождение минералов выработано. Ложись на меня. Видеосвязь установлена. Так точно, сэр. Есть дело до меня. Не вопрос. Месторождение минералов выработано. Ложись на меня! I'll be back! Поехали! Без проблем! Месторождение минералов выработано. Делаю! Иду как могу! Да, да, да! Ложись на меня! Не вопрос! I'll be back! Поехали! Без проблем! Поехали! Зачистили.
связи? Да, командор. Месторождение минералов выработано. Приказывайте. Уходите оттуда. Уже уйди. Я тут, не помогай. Сделаю. Все, основная база осталась. Приказывай, командир. Тягу на полную. А тут у нас что, и то, и то? Координаты есть. Получены. Так. Сейчас. Еще немного. Баба! Четко сработано, Рейнер. Все, осталась последняя база. Познай силу грома. Точно. Выдвигаюсь. Что происходит? Ядерная ракета готова. Подтверждаю. Будет сделано. Выдвигаюсь. Слушаю. Легко!
меня! Без проблем! Да, да, да! Да, супер.
силы небесные. Сотка войск. Понеся потерь от взрыва платформы, звучит легко. Быстрее. А я час 25 катал. В свое удовольствие. Продолжить. Рад, что вы снова на ногах, генерал. Посмотрим, надолго ли. Привез вам, парни, сувенирчик. Восстановлен. Молю Бога, чтобы он сработал так, как мы рассчитываем. В лучшем он сработал. Мне не улыбается рисковать жизнью из-за какой-то инопланетной хреновины. Верно, Тайдус. Но если бы я делал ставку только на артефакт, я бы столько не протянул. Мы в самом центре ада. И до сих пор живы только потому, что держимся друг друга. Не знаю, что вас вело, слепая удача или храбрость, в жизни не видел, чтобы паре оболтусов удавалось провернуть нечто подобное. Возможно, эта штука остановит королеву клинков. Но нам придется пролить немало пота и крови. После всего ада, через который мы прошли, я знаю одно. Мы можем положиться друг на друга и вместе добиться цели. Или погибнуть, если такова будет цена. Есть вещи, за которые стоит бороться. Так, ну финальная миссия. Надо со всеми побазарить. Последний рывок. Ты готов? А то как же. Прикинь, саму королеву клинков завалим. В героях будем ходить. Старик Менгск у тебя еще... прощение попросит. Давай сразу договоримся, Тайкус. Если Валериан прав и Керриган снова станет человеком,
Я увезу ее отсюда. Ты понял меня? Я понимаю тебя, Джимми. Конечно, ты хочешь, чтобы она вернулась. Но после всего, что она наворотила, скажем так, некоторые люди не заслуживают второго шанса. Это уж мне судить. Все эти годы Менгск изображал тебя эдаким дьяволом во плоти. Но я видел, как ты рисковал жизнью ради людей, которые с удовольствием пришили бы тебя. Вашего императора давно пора поставить к стенке. Я просто хочу, чтобы люди жили свободно. Знаешь, Рейнер, когда выходишь на передовую плечом к плечу с незнакомым человеком, принимаешь на себя вражеский огонь, держишь позицию, тогда и выясняется, кто чего стоит. Для меня честь сражаться вместе с тобой. Я ценю это, генерал.